Привет! Вы смотрите Телегид. Значит, пора узнать, как провести время вместе с нашим каналом. В ближайшие дни смотрим продолжение захватывающих историй о разведчицах и специальном агенте, работающем под прикрытием. Я, Анна Троян, подготовила для вас порцию самых интересных новинок на ЛРТ. Погнали! Хотите экономить на покупках и быть в курсе самых выгодных предложений? Тогда наша программа точно для вас. Топ-скидок – это рейтинг актуальных сейлов. Ведущая Александра Томий проверит выгоду сама и подберет для вас интересные предложения. Смотрите топ-скидок и будьте в курсе, ведь покупать со скидкой – знак не бедности, а бережливости. Смотрим по будням и выходные. Проблема уставшей кожи – верный спутник недосыпа и редких прогулок на свежем воздухе. Но не надо отчаиваться. Вам в помощь карбоновый пилинг. Всего за 1500 рублей опытный врач-косметолог проведет процедуру, после которой вы будете выглядеть моложе и свежее. Пилинг устраняет застойные явления в коже, выравнивает цвет лица, отшелушивает омертвевшие клетки и устраняет сальные пробки. Ответь мне. Криминальный детектив отечественного производства мы увидим в четверг. Гениальный ученый разрабатывает уникальное вещество. Стимулятор мозговой деятельности, невероятно повышающий возможности человека. Но созданный на благо препарат способен работать и во вред. За изобретением начинается настоящая охота, и на начальство ученого выходят влиятельные криминальные структуры. Удастся ли спасти изобретение, узнаем в четверг в 22:00. Знаете, мне начинает это нравиться. Обожаю приключения. Уж лучше, чем любовницы в офисе. А завершим рабочую неделю с ремейком всеми знакомой истории о красавице и чудовище. Страшно красив – современная версия знаменитой сказки. Богатый красавчик Кайл считает, что только подобные ему могут входить в круг его общения, а внешность – самое главное, что есть у человека. Однако за такое циничное отношение к людям парню пришлось поплатиться. Обидев ведьму, он превращается в изуродованного парня, и теперь у него есть только год, чтобы его кто-то смог полюбить. Чем все это обернется, увидим в пятницу в 22:00. Я после нашего разговора размышлял и... Не стоит ли сделать операцию? Вот меня лично осмотрели все врачи в стране. Поможет лишь чудо. В течение недели в городском округе Люберцы было много событий. Не пропустите все самое важное в нашей программе «Итоги недели». В часовом информационном выпуске вас ждут интереснейшие репортажи минувших 7 дней. Смотрите в субботу и воскресенье в 10:00 и 19:30. Все возможно, бэйби! С лентой под таким названием, друзья, мы проведем субботний вечер. До того момента, пока супруги Белл не решили пополнить семью, их жизнь, казалось, была беззаботной. Но супружеский долг превратил будни влюбленных в настоящее испытание. Они решают заняться самолечением, что выражено не только в изощренных позах учения йоги, но и креативном подходе к интимной близости. На этом фантазия Сэма и Люси не исчерпана. Они медитируют и ставят опыты. Что из этого выйдет, смотрим в субботу в 21:15. Подумай, мало кто видел своих детей, когда они были клетками. Но есть вероятность, что мы не увидим ребенка. Я знаю. Но все же мы должны дать Дику и Дебби максимум положительной энергии. Дику и Дебби? Я их так называю. Не знаю почему. Наверное, рановато. –
О Стиве Джобсе было снято немало картин, однако узнавать новые подробности о короле IT-технологий всегда интересно. «Империю соблазна» увидим в воскресенье. Лента покажет нам нелегкое становление создателя Apple в роли предводителя огромной империи. До того, как стать узнаваемым человеком, ему пришлось пройти через многие испытания и насмешки. Здесь мы узнаем и о ранней истории героя, когда он только бредил так называемой компьютерной свободой, и о том, что они будут стоять в каждом доме. Не пропустите 18 ноября в 21:15. Надо, чтобы проблему хотелось решить, чтобы изъян хотелось устранить. И все необходимо делать с большой страстью, потому что иначе может не хватить запала дойти до конца. Я даже не хочу слышать, что ты не можешь сделать машину быстрее. Этот компьютер будут покупать миллионы людей. Мы не должны смотреть на конкурентов и говорить, мы можем сделать лучше. Нужно говорить, мы сделаем все иначе. На этом наш выпуск подошел к концу. Все остальное смотрите на официальном сайте www.lrt.tv. А еще подписывайтесь на нас в соцсетях и будьте в курсе самых актуальных событий. С вами была Анна Троян. Согревайте друг друга. Пока-пока.